Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Шарарама. Итак, чудики против чернушек. Это нам не интересно. Гораздо интереснее, что сегодня нового. Урок «Найди пиратский клад». Ага, новый урок в школе магов. Отлично подходит. Давайте сразу к нему приступим. Итак, Джо Уоррен будет наш экзаменатор. В последнее время часто уроки новые, ну как там часто, раз, по-моему, там месяца полтора или два. А я научу тебя главному навыку пирата — поиску кладов. А вперед к штурвалу, в смысле на урок. Ответь на все вопросы и получи зачет и подарок рубаха «Вольный ветер». Нормальная такая рубаха летняя, почти как у него, да, камзол? А мексиканские пираты прячут сокровища под кактусами. Отметь тень, которую отбрасывает кактус. Тут спрятано золото Диего Злобного. Мексиканского пирата, да? А, итак, давайте думать. Во-первых, смотрим на его лапки, в смысле ручки. По-моему, все одинаково. А счет тут вообще? Усы не торчат, шляпа. Давайте на шляпу посмотрим. Так, вот, да, шляпа — это оно. На первой картинке шляпа похожа. На второй картинке вообще там без этого бубончика шляпа. На третьей какой-то обрубок там, а на четвертой такая длинная, как у клоуна. Поэтому вариант вообще первая тень подходит, да? Точно. А пират из племени Тумба-Юмба хранит сокровища в самой большой коробке. А посмотри и отметь, в какой? Самой большой? Ого, тут по клеточкам, да? А, нужно думать... Интересно. Допустим, все знают, как площадь считается, да? Одна сторона умножается на вторую сторону, получается результат. Ну или не все знают, конечно же. Как-то так. Давайте я посчитаю быстренько. Первый этот вот считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 3. Это 18 умножить на 18. Я так сразу в голове не запомню. Так, это... 300 там с чем-то, в общем. А, это даже не столь важно, потому что я вижу, который под ним, коробка. Там больше, там вот 6 на 4, это, соответственно, уже по-любому больше сторона будет, да? А, поэтому первый я даже не трогаю. Пока вот у меня фаворит вот этот. А вторую считаю коробку 4 на 5, это получается вот 20. Одна сторона 20 на 20, 400. То есть это в любом случае меньше. А дальше, третий куб. 5 на 4. Такой же, как и второй по размеру получается. А пятый там вообще маленький. 6 на 2, это 12 на 12, 144. И шестой 3 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 на 7, 21 умножить на 21. Ну это несложно, там 200, 400 с чем-то, да? Получается, вот фаворит мой правильный. А 6 на 4, это получается 24, 24 на 24, это там получается, в общем, целая куча, там 500 с чем-то. Вот эта четвертая коробка самая большая. Точно. А пират Суровый Лед спрятал сокровище на самом огромном айсберге планеты. Собери все льдинки и напиши его длину в километрах. А, они тают постоянно, да? Так что вариант может быть неправильный. А собери все льдинки и напиши длину, да? А чтобы проще было считать, можно так соединять. 83 и 17 это 100. Так, соединили. А дальше. А дальше сложнее. 148, 153, 204, 270, 293, 295. Я, конечно, не пересчитываю. Могу ошибаться. Нет, правильно. А пройди по дорожке и напиши, в каком море находится большой барьерный рифт. Риф. А там лежит сокровище пирата-моряка. Ну это там возле Австралии, а где? Сейчас узнаем. А коралло. Коралловое. Да, коралловое море. То есть большой. Там куча большая кораллов, поэтому в честь них назвали и море, по-моему, да? А... Коралловое море.
Лепреконы прячут сокровища там, где начинается радуга. Отметь правильную радугу, там закопал золото лепрекон Гроза морей. Итак, радуга начинается у нас с красного. Второй вариант тут вообще отпадает сразу, да? Так, красный, оранжевый. Этот вариант тоже третий отпадает. Красный, оранжевый, желтый. Первый отпадает, четвертый вариант ответ правильный. Так, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Ура! У пирата Юху много золота. Отметь, какой из мешочков самый тяжелый. Итак, коричневый, серебряный такой и золотой, да, мешочек. Серебряный тяжелее, чем обычный вот этот коричневый, а золотой тяжелее, чем серебряный. Значит, золотой самый тяжелый, да? Ну, конечно, золотой. А клад на острове Черепах. А сокровище охраняет та, что находится севернее пирата. Отметь ее. Итак, пират севернее пирата. Так, надо подумать, какой-то подвох есть. Клад на острове Черепах. Сокровище охраняет та, что находится севернее пирата. Север, юг, запад, восток. Но севернее вот, как и на компасе, да? А север, юг, запад, восток. Север, юг, запад, восток. Ну все правильно, а в чем подвох? Ни в чем. Отлично. А Карамба, ты отыскал все клады. А один я припас для тебя. Рупаха, вольный ветер. Ура! Так, ну что, вот такое вот коротенькое задание было у нас сегодня. Зато интересный, познавательный урок. А сейчас я приму ваши заявочки, там, скорее всего, немного, потому что я только записывал вот недавно. Подарки, открытки, ну и, возможно, сообщения. 53 заявки за 3 дня. А тоже считаю нормальным, да? А, итак, ваши подарочки. Ключ кто-то просит. Да, пожалуйста, мне не жалко. Качество нужно немного поменьше сделать. Итак, подарок от мамы Про. О, мама, спасибо. А, Коля, Полнолуния, Мисс Кошка, Карина Ти, Энн, Крош, Маршмеллоу, Позитрон, Снеговик, принимайся, Снеговик, Экстрим, Лиза, Агент, Ини 50, Козлик 2018, Леди Баг, Эмили, Бобью, Крутой Химчик, Бо не надо, Наил, мама Мары, то есть мама Про, мама Мары, да, Витаслава, Марьяна Шев, Чефейс, Саня, ДДПК, Яв, Фкан, Рифер, Дербраина, Доктор Браина или что это, Кэти. А остальные, к сожалению, не влезли. Так, ну, вот подарки принимаю, никак не допринимаю. А ваши открытки, их сегодня 31, тоже 32 поместилось, только я начал читать. От Рекса открытка. А вот только закрыл открытки, чтобы выгнать одного особо наглого, когда я прошу не включать музыку, вот это вот во время записи, все равно заходят некоторые и включают. Как можно быть такими некультурными, когда вас просят, а вы все равно делаете. А, так, о, уже 39 открыто, так, хватит, блин. Нюша, Хюмашах, Санькё, и вот куча опять спама. Макс, а это было Коля. Капец, они плодятся, уже 43. А, открытка от Таси. От смешного HD. Клёпка. Китти Энджел. Дьявол, ух ты. Кио Мэн. Антипава Н. Монгол. Мама Про. Кракен, Мурзик, Настя 23.3,
Полнолуние, Карина Ти, Путимоша, Н, Человек Па. Это было Снеговик, Позитрон, или Тов было в подарках, я не помню. Марьяна Шеф, Крутой Про, Лиза Иний, Нубик, Крутой Химчик, Пиеда, ух ты, Мама Мары, Марьяна Шеф, ДДПК, Мрараш, как перековеркали Мрараш, да? Кати, Джамал и Макс Ред. Фух, справился с открытками. Теперь постараюсь справиться с вашими сообщениями. Выбрал такой шарафон прикольный. Видите, в форме скорой помощи, типа, да? Для особо кому там уже припекло летом от солнышка. Помощь мы окажем. Итак, привет для клёпки. Поменяй домик. Не хочу, мне тот домик нравится. А новый мне просто лень обставлять. Привет для персонажа с милым ником Котик Рыжик. Тоже привет для Саньё 10. Ты новый урок снимаешь? Да, я его уже записал только что с вами. Скоро выложу видео. Когда ты будешь записывать Quest Hunter? Хорошая игра. Да, мне тоже она нравится, я ее обязательно буду записывать. Просто я же как бы уезжал, поэтому записывал ее. А вот сейчас приехал, там какие-то у меня были немного другие планы. Она требует много времени, потому что такая она не коротенькая. Типа там, как говорящий том, побегал минут 15-20, и вот уже видео готово. А там нужно так основательно, часика на 2-3, уделить ей внимание, чтобы пока запишешь, пока отредактируешь, пока загрузишь на YouTube все это время. Ну, скоро будет, на этой неделе уже по-любому будет продолжение. Если вам нравится эта игра, то, пожалуйста, поддерживайте ее своими лайками. Чем больше лайков, тем больше YouTube показывает эту игру другим пользователям. Это видео, скажем так, соответственно, мне больше есть настроение ее записывать. Привет, Кукун, который Данил. Поставь шоу Биа Шапа. Ну вот в этом клубе, пока он у меня сейчас есть, я шоу менять не хочу, потому что мне никакие другие шоу под этот клуб не нравятся. А вот поменяю, может, скоро через пару недель другой клуб поставлю, тогда уже буду там шоу какие-то другие менять. Потому что вот в любом другом клубе можно шоу разное ставить и будет подходить. А вот здесь почему-то мне вот именно это шоу кажется, ну, больше никакое. Так, вот еще Кирилл, Киомен, тоже ему привет отправляется. Рон Уизли, тоже популярный персонаж, да, из фильмов, привет отправляется. Если все лагает, то лучше куда-нибудь уйти. Ну да, можно пойти себе налить лимонада, холодненькой водички, или по чайку сделать. А уходить из клуба не нужно, тут весело. Так, ну вот, скорая помощь оказана, теперь возьму другой шарафон. Так, Лиза просила еще в конце прошлого года записать симулятор мышки. Вот хотел, но дело в том, что я же компьютер себе, когда новый купил, у меня не осталось сохранения, как бы, я не смог зайти в симулятор, там вот у них есть регистрация, ввел свои данные, а у меня прогресс не сохранился. Так вот, я же ее записывал уже довольно-таки давно, и много заново проходить как-то вот. Ну, я начинал, как бы, но вот, скорее всего, многие просили, я запишу его еще. Спасибо, что напомнили. Симулятор мышки, да, прикольный там. В общем, кому нравится эта игра, знает, о чем я. Так что скоро запишу тоже, постараюсь. Тут куча вопросов от кота Макса, причем начались они еще давно, еще в апреле, да? Но вот как они до меня только дошли вот в сообщении, поэтому на некоторые я их отвечу. Твой подписчик просит у меня пароль. Мне ему давать ни в коем случае никогда никому не давайте пароль. А даже себе. Зарегистрировались, записали, чтобы не забыть где-то блокнотик секретный какой-то свой. И все, никому никуда. Даже если вас попрошу пароль, мне тоже не давать. Во-первых, это мог быть не я, а во-вторых, я никогда вас пароль не попрошу. Так, 5 вопросов. Когда ты стал ютубером? Ну, уже скоро, наверное, 3 года будет, да? Время так быстро летит.
в 2016 году, ближе к осени. Так, дальше. Когда у тебя день рождения? А, кстати, уже не так много осталось. У меня день рождения 26 августа. Так, во сколько лет ты начал играть шарам? Вопрос хитрый. Начал 3 года назад тоже почти, да? Начал записывать на YouTube, и буквально через пару месяцев мне посоветовали шарам, и начал его записывать. Тебе когда-нибудь предавали друзья? Ну, я думаю, друзья всех когда-нибудь предавали. То есть, кто-то не поделился с тобой конфеткой, да, уже думаешь предательство. Кто-то там, не знаю, вовремя не пришел там на встречу, там тоже можно сказать предательство, да. А есть какие-то более сложные там вещи, когда там кто-то кого-то обидел там или что-то еще. То есть это было и есть у всех, это всегда будет. То есть у всех людей разные характеры, разные тараканы, как говорится, в голове. То есть нужно стараться слаживать эти углы, если там какая-то мелочь, что мириться, потому что если обижаться на все, то можно вообще без друзей остаться. Ну и привет коту Максу, спасибо за такие вопросы, за лайки, за подписки. Ну, естественно, что кот Макс — это Максим, да? Так, привет YouTube, привет Адилю, от Вики, наверное, Кевер. Так, вот Мама Про, оказывается, еще с декабря прошлого года просит привет. Вот только сейчас сообщения начали доходить. И подарки сегодня были от Мама Про, и открытки, да, вот сообщения тоже. Так что передаю приветик заслуженный и другу жалею. Так, привет для Кракен, и тоже просит Майнкрафт. А я вот не знаю, мне как-то Майнкрафт не идет. Вот не знаю почему, когда сам играю, вот честно, вот когда сам играю, нравится, все там получается и так далее. А вот только хочу, допустим, начать записывать, тот же самый там Skywars, я вот начал, помню, как-то попытаться играть. Вот только без записи разбираться, все получается. Только начинаю записывать, бах-бах, зашел, убили. Бах-бах, там упал, кажется. То есть, ну не выкладывали же такое видео, ну, в эфир, да? Мне стыдно будет за свое неумение. Вот и так во всем везде почему-то Майнкрафт как-то у меня вот, ну не знаю почему, не идет. Белка тут вопросы меня тоже атакует. Ты играешь шарам на Android? Нет, я играю шарам на компьютере. А еще меня добивают такие сообщения. Привет, ответь на этот раз, пожалуйста, я твой подписчик. Ну, такие вопросы не вижу. Был бы вопрос, я бы ответил, да? Да так, как бы, вот пишите, ответь. На что ответить? В общем, ладно. Привет для LolKek. Откуда молот? Ну вот на прошлой же неделе были задания, да, новые. Вот оттуда и молот. Так вот, Алекс и Сэм приглашают всех в какой-то лагерь. Там, так что, кто хочет, заходите. Небольшую рекламку я сделал. Привет для ток7ток. Прикол. Ну вот, тоже я запомнил, от полнолуния был сегодня подарок. А вот сообщение, видите, с 12 июля прошлого года для меня вот только сейчас дошли. До этого не доходили. Так, тут много было всего. И день рождения там еще в январе, да? Ну, а привет только сейчас. С днем рождения поздравлять поздно. Через полгода опять день рождения. Вот такая вот почта в Шарараме стала раньше. А сообщения все доходили, сейчас доходят только некоторые из большой задержкой. Но все равно мы любим Шарарам, поэтому в него играем все, да? Какой бы он ни был, хороший, плохой, кому-то нравится, кому-то нет. Пока нам нравится, мы играем. Я с вами прощаюсь на этом. Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок и сегодняшний обзор. Поддержите это видео своими лайками и дождитесь продолжения. Пока-пока, до новых встреч!